У меня пришло два письма, и я в учебном классе, поэтому я не знаю, как я буду скрывать одной рукой. Я вскрыла. Где-то здесь должны быть два полароида. Итак, я вскрыла. Наконец-то приехала домой. Я уже достала один полароид, чтобы засунуть его под чехол. И в процессе распаковки я поняла, что на одних альбомках я вряд ли остановлюсь. И я уже решила, что, скорее всего, куплю еще из фан-клубного мерча. Там две карты, по-моему. Все на зеленом фоне. По поводу альбомов я соберу, наверное, все, кроме одной. Мне не очень нравится та карта. Я постараюсь вставить сюда потом фото этой карты. Он там похож на домовенка узеньку. Мне не очень нравится. А вот след. Там не рассказывали про него, но... В общем-то, мне пофиг. Банчаны я продавать не собираюсь, я не знаю, если мне разонравится кей-поп вдруг, что, ну что, маловероятно, потому что это типа моя тема конкретно, я, это то, чего искала всю жизнь. Я, наверное, если и вдруг перестану интересоваться, продам все, кроме карт банчаны, я не знаю, я думаю, я оставлю его карты. Хотя в зависимости от нужды в деньгах, если прям вдруг очень надо будет, то, конечно, продам. А так я оставлю. Так, мой штатив держится на одном честном слове, поэтому он может смотреть только прямо. Поэтому я тут поставила вам на фон. Сегодня у меня три письма. Я как-то сдержалась и еще не вскрывала карты. Но я вскрывала конверт. Так, тут... Мне очень редко присылают подарочки, поэтому я прям не могу, я очень рада. Это так приятно, ребят. Я кладу подарочки всякие ко всем картам, которые продаю. Так, я еще буду пробовать делать фотки для отзыва. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Это очень милые наклейки, посмотрите. Блин, я обожаю таких вот медведей. Банчан и Чанбин написано. Так, будем, наверное, отклеивать. Так, отклеивать у меня получается очень плохо, поэтому я буду отрезать в следующий раз. И тут у нас два полика с Хёнджином. Я не собиралась собирать еще и Хёнджина, потому что вы знаете, сколько он стоит. Но почему-то мне захотелось эти полики купить. И я решила, почему бы и нет. Пусть будут лишним. Короче, этот картон уже второй раз не используешь, потому что его весь... оттерла. Так. Я помню, что вроде обе эти карты с дефектами. Но я не вижу на самом деле никаких... А, ну, какие-то типа точки. Ничего страшного.
возьму сингин. Здесь должны быть две карты. Где-то одна. Мы немножко отвлекли. Мне кажется, я не помню, где что. Поэтому, возможно, здесь две карты. Поэтому оставим на потом. Я уже вижу подарочки. Блин, подарочки — это очень здорово, ребят. Положите хоть одну картинку. Видите, какое счастье сразу человек в штанах. Итак, тут наклеечка. Зайчик. Банчан и Феликс с Чанбином. Кстати, вот эта подушка, ее надо им продавать за деньги. Вы так не считаете? И тут она на двустороннем скотче. И я считаю, это гениальное решение. И мне тоже надо так делать. Здесь у нас рисун торчит. Тут у нас Банчан Крисмас. Там вот три карты. У меня одна есть глиттерная. Осталась еще вторая фиолетовая. Но она мне не очень нравится. Я вот думаю, покупать ее или нет. Так что я все еще в раздумьях. Последняя на сегодня. Скотч очень прикольный. Так, тут у нас кошечка. Я не понимаю, кто это, честно говоря. Вот вообще не понимаю, кто это. Туплю, наверное, но я вот не знаю. Инджи и Хосока. Слушайте, я недавно чуть не купила карту Хосока. Но ее продали. Но она очень красивая. Возможно, я когда-нибудь куплю. Она из баттера или из этого, ну, откуда-то оттуда. Но я тут недавно наткнулась на то, сколько эта карта стоит, поэтому это же хорошо, что я не смогла ее купить, потому что я пока не готова к таким тратам. Вот такие вот две карты. Да, Левантер. И из Левантера, мне кажется, осталось еще одну докупить. Или две. Ну и вот этот фрейм. Из Нойзи. Из Нойзи мне потом еще останется докупить. По-моему, из Джоэл Кейсов. И все. А две карты мне должны были прийти. Я заказывала еще в октябре в шопе. Я не знаю, дождусь, нет. Надеюсь, что да. Всем привет! Еще раз. Помните, как я говорила, что я хочу купить Чана из Фаншип или Мембершип? Не помню, как называется. Фан-клуба, короче. Так вот, я это сделала. Я его купила за 1400. И сегодня увидела объявление, где продают его за 1200, плюс открытка оттуда же, плюс ID-карта оттуда же. Поэтому, ребята, не спешите, проверяйте объявления. Обидно немножко, потому что я встретила даже два таких объявления, и везде продают за 1200 с открыткой и с ID. Немножечко обидно, но ничего страшного. Зато быстро отправили, буквально за один день.
Вот я за один день сама отправляю, потому что пока, ну, у меня дела, например, во второй половине дня. А с утра я, в общем, свободна. Я боюсь этого ножа, он очень острый. Какие милые пингвинята. Я хотела заказать Шейна красивый скотчи, но там тоже непонятная фигня. Оплачивается, не оплачивается, ничего не понимаю. С Алиэкспресса там как бы они чуть дороже. Можно было заказать с какого-нибудь Озона, но они там, ну, как бы... Они вроде красивые, вроде какие-то отстойные. Я думаю, меня поняли, если вы видели. А, боже мой, какой он красавец, я не могу. Тут очень толстый картон, я такого еще не видела. Посмотрите на этого красавца, ну и вообще в шоке. Мне очень нравятся эти карты. Боже мой, я не могу. А задники какие классные. Это... Честно говоря, я думаю, что это будут мои самые любимые карты, потому что... И я до сих пор в шоке с толщины этого картона, посмотрите. Обалдеть, кажется, что склеено несколько штук, но это сплошное. Поэтому его надо сохранить. Помните про то, что я хотела собирать только банчаны и только Stray Kids? Я заказала, по-моему, 3 карты. С Ким Тэхёном из Дайкона, потому что Дайконе дешевые карты относительно альбомок. Цены у Карпитис, конечно, это ужас. Ужас. Но я решила почему-то купить эти карты, потому что... Ну, потому что мне нравится Ким Тэхён больше всех из BTS. Я подумала, ну почему бы и нет? 150 рублей за карту. Какой скотч, посмотрите, какой скотч. Тут еще, посмотрите, как красиво. Тут все шикарно. У этого продавца круто все. Девочки, мальчики. Это очень здорово. Блин, наклейка бумажная. Ладно, ничего страшного. Написано, что я прекрасна. Боже мой, как это мило, я не могу. Юкламан, это столько. Ой, это все очень здорово. Я прям. У меня нет слов, как вы слышите. Я забыла все слова. Так. Все-таки подарки это очень приятно. Я бы у этого продавца еще что-нибудь сказала. Поэтому я кладу. Знаете, сколько наклеек я кладу? Наклеек 8 минимум и одну фотку какую-нибудь. Сейчас вам покажу фотки, которые я кладу к заказу. Я просто открыла свои сохранёнки ВКонтакте. Всякие мемчики распечатала. Так, сейчас. Нужно купить денег вот эту обезьянку, потому что она очень смешная. Вот этих котов. Вот эту общую фотку. Чанбина, Минхо, какие-то мемы. И вот это тоже я распечатала, потому что это очень хорошая фотография. Короче, я подхожу к продаже карт. Мне, короче, это нравится. Мне нравится сидеть, упаковывать, класть подарки всякие. И чем дороже, например, карта, тем больше подарков я сую. Я не знаю, потому что за доставку я беру... Когда как? Иногда по общепринятой цене там 80 рублей, иногда там 50 рублей. Короче, у меня упаковка, наверное, бесплатная выходит.
вот мне еще надо заказать скотчи красивые, потому что это очень приятно. И потом, я думаю, вот так вот их отрезают, тоже смысла не знаю. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, что вы думаете, нужен прям красивый скотч или это не обязательно. Вот такие вот три карточки. Там, по-моему, какие-то две с какими-то дефектами. Сейчас посмотрим. Здесь вроде ничего нет. Кстати, вы слышали петухов, которые тут кукарекают, потому что у меня открыто окно. И знаете, каково мне в 5 утра просыпаться от петухов? И, честно говоря, я тоже ничего не вижу. Может быть, я напутала и нет там никаких дефектов. Сейчас я... Короче, вот. Вот здесь какие-то эти стоят, типа тут дефекты. И они дешевле на 50 рублей, но я ничего не вижу, никаких дефектов. Я посмотрела на солнечном свете, я ничего не вижу. Совершенно ничего, никаких дефектов. Вот такие фотокарточки получила я сегодня. И они очень милые. И подарки, блин, я не могу. Я такая радостная, когда суют подарки. Даже если вот одну фоточку какую-то в подарок засунуть, уже очень приятно, очень приятно. Поэтому, если вы продаете карты, ну вот что угодно. Засуньте и... Может быть, упаковку сделаете, ну, чуть дороже там. Но покупатель может к вам вернуться с вероятностью большой, потому что, например, я бы что-нибудь еще заказала. Но пока я все-таки я, наверное, закажу эти все альбомки Банчана, закрою этот гельштадт и перейду на других. И по поводу Хёнджина я не знаю, надо мне собирать их или нет. Просто вчера смотрела цены и... Ужас какой-то. Я не готова отдавать по 700 рублей за альбом. Но что касается Банчана, его почти не продают. Что такое? Его почти не продают. Я вообще ничего не смогла найти вчера, например. Ну, только всякие вот эти предзаказки, которые по 2000. К такому я пока тоже не готова. Поэтому я не знаю, я думаю. И поэтому я продаю все остальные карты. Например, Феликса Чинбина, Чунина Санмина. Потому что если я буду оставлять все альбомки, которые мне попадаются в альбомах, я не смогу собрать Банчана. Это очень большие траты. Все-таки я не знаю, я жалею о том, что попала в картон или нет. Мне это приносит радость, но при этом уходят мои деньги. И вот это, конечно, двоякая ситуация. Реклама Тинькова. Тиньков, заплатите мне.